17 января 2015 года в 13:00 на катке ЖД станция Погрузная состоялась игра зачета спартакиады среди муниципальных районов Самарской области группы С между командой Кошкинского района и командой Черновершинского района. В ушах лихая музыка атаки. Точней отдай на клюшку посильней удар. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Второй гол идет длинная дружина. Мы верим музыку отчаянных парней, какие играют настоящие мужчины. Руки играют в хоккей, руки играют в хоккей. За воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается все счастье великолепная пятерка и вратарь. Ровный бой идет бедовая дружина. Верим мужеству отчаянных парней, на ней играют настоящие мужчины. Русь не играет в хоккей, Русь не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало, и не забудем, не забудем мы, как царь. Наследник золота и пульки забывала великолепная пятерка и вратарь. Новый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней, хоккей играют настоящие мужчины. Русь не играет в хоккей. Будет сыграно немало, и не забудем, не забудем мы, как царь. Наследник золота и пульки забывала великолепная пятерка и вратарь. Новый бой ведет ледовая дружина. Верим мужеству отчаянных парней, какие играют настоящие мужчины. Русь играет в хоккей, Русь играет в хоккей. Закончился первый тайм со счетом 4-0 в пользу команды Кошки. И в ушах лихая музыка атаки. Точней отдай на клюшку посильней удар. Итог игры 11-0 в пользу команды Кошкинского района. Отчаянных парней, какие играют настоящие мужчины. Русь играет в хоккей, Русь играет в хоккей.